На первой в этом году сессии облсовета парламентариям предстоит рассмотреть вопрос, касающийся бюджета региона. На заседании профильного комитета руководитель департамента финансов Елена Сапожникова проинформировала о финансовом усилении ряда направлений за счет перераспределения остатка бюджетных средств 2017-го. Ремонт административного филиала Орловского техникума агротехнологий и транспорта 1,7 миллиона рублей. Имущественный взнос в региональный фонд капремонта 1,4 миллиона рублей. Содержание МФЦ 1,3 миллиона рублей. Освещение деятельности губернатора и правительства Орловской области 1 миллион рублей. Подключение, оснащение автономного электроснабжения корпусов детской больницы. Это 966 тысяч рублей. Первый вице-спикер областного совета Михаил Вдовин дал свою оценку. Уважаемые коллеги депутаты, если вы внимательно посмотрите перераспределение остатков бюджетных средств, достаточно большого объема, вы посмотрите, пожалуйста, таблицу. Вы увидите, что остатки бюджетных средств 2017 года распределяются на объективные социальные нужды. Не объективные, на первоочередные расходы. Предлагаю рекомендовать Президиуму областного совета включить вопрос о проекте закона Орловской области номер 224-6 о внесении изменений в закон Орловской области об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов в повестку дня 21-го заседания областного совета для рассмотрения в первом и во втором чтении окончательной редакции.